Дорогие сотрудники, все чаще до руководства корпорации Кронус доходят новости о магии, якобы открытой под куполом. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии, гласит закон Артура Кларка. Что послужило источником слухов? Псионика. Малоизученная способность всего живого, открытая прямо здесь под куполом. И она действительно почти неотличима от магии. Телепортировать противника, заморозить, испепелить огнем или убить молнией, передвигать предметы или обезвреживать мины. Во всем этом вам помогут псионические способности. Наши ученые уверены, эта сила возникает в мозге всех живых существ под воздействием излучения реликтов и купола. В общем, мы снова обязаны технологиям праотцов. Остерегайтесь светящихся гиен, тараканов и крыс. Они способны нанести огромный урон, ведь купол повлиял на их организмы так сильно, что даже перчатки не понадобятся. А теперь самое интересное. Кому удастся открыть в себе эти силы? Плохая новость – псионикой нельзя овладеть, если у вас нет предрасположенности от рождения. Хорошая – выжить под куполом можно и без псионики. Старые добрые автоматы, огнеметы и дубинки не дадут магам пустоши слишком высоко задирать нос. Но если вы среди счастливчиков и загадочная сила праотцов подчинилась вам, то прямо на станции Содружества вы получите специальную перчатку, которая поможет направить ваши уникальные способности. Для усиления псионики лучшие ученые инженера Кронус разработали специальные пси-перчатки с рецепторами из высокопроводимых микронитей из реликтовых сплавов праотцов. Эти компактные устройства помогут сфокусировать в руке псионическую энергию для ее воплощения в, пока что небольшой спектр явлений. Всего существует 4 вида перчаток. От их устройства зависит то, как именно вы сможете применить свои силы. Пирокинетическая перчатка позволит вам повелевать огнем. Давным-давно Прометей даровал людям огонь. Сегодня каждый сотрудник Кронус может почувствовать себя древнегреческим титаном. Испепеляйте противников и согревайте союзников в беспощадном мире под куполом. Электрокинетическая перчатка позволит обуздать электричество. Метайте молнии и станьте грозой любых механизированных противников под куполом. Роботы праотцов или обезумевшие робокиды. С этой перчаткой вам хватит 5 секунд, чтобы без труда разделаться с ними. С помощью психокинетической перчатки вы можете взять контроль над разумом любого противника. Зачем сражаться самому, когда можно натравить бандитов друг на друга? Вам останется лишь добить последнего выжившего. С криокинетической перчаткой приготовьтесь заморозить всех вокруг и побеждать целые орды врагов в каждом поединке, ведь они буквально не смогут сдвинуться с места. Но и это еще не все. Прямо сейчас инженеры Кронус готовы анонсировать свежие новинки псионического оружия. Пси-катану, способную концентрировать энергию в форме холодного оружия, нанося огромный урон противнику. И пси-гранаты, готовые разорвать ваших противников на мелкие кусочки. А как развивать псионические способности? Практика, практика, практика. И, конечно же, новые усовершенствованные перчатки, которые помогут овладеть почти всеми известными человечеству псионическими силами. Меняйте силы, как перчатки. И, простите нас за каламбур, ученые тоже любят пошутить. Но неужели у псионики совсем нет недостатков? Конечно, за подражание магам придется расплачиваться. Например, повышенной утомляемостью. Каждое использование псионики отнимает много сил. Поэтому не забывайте отдыхать, иначе свалитесь в обморок прямо посреди поля битвы. Да и освоить столь полезный навык гораздо сложнее, чем банальную стрельбу из автомата. Спасибо за внимание, сотрудники! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы первыми узнавать подробности о невероятных открытиях под куполом.